Всем привет! Рады видеть вас на нашем канале. Сегодня приготовим апельсиновый кекс с изюмом на оливковом масле. Итак, начнем. 250 граммам муки высшего сорта добавляем чайную ложку разрыхлителя теста. Все хорошо перемешиваем. Муку с разрыхлителем просеиваем. К трем яйцам добавляем 120 грамм сахара. Хорошо прорабатываем миксером до образования пышной массы. Вливаем 100 грамм апельсинового сока, покупного или свежевыжатого. Добавляем 1 столовую ложку апельсиновой цедры и 180 грамм оливкового масла. Еще раз все хорошо прорабатываем миксером. Разъемную форму, диаметр моей формы 24 сантиметра, смазываем сливочным маслом. Не забываем и про борта формы. В яично-сахарную массу всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Перемешиваем все лопаткой до однородного теста. В подготовленное тесто добавляем 120 грамм вымытого и высушенного изюма без косточек. Все хорошо перемешиваем. Выливаем тесто в подготовленную форму. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Готовность кекса проверяем деревянной палочкой. Она должна выходить из него сухой. Готовый кекс достаем из формы и полностью остужаем. Тогда его вкус раскроется лучше. Посыпаем его сахарной пудрой. Кекс получается очень вкусным, рассыпчатым, с приятным апельсиновым вкусом. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И при желании можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!